Общество ничего не потеряет. Моргенштерн распродал все имущество и бизнес в России и окончательно эмигрировал в Дубай. Сразу несколько источников подтвердили сообщение о том, что рэпер Моргенштерн окончательно и бесповоротно переехал в Арабские Эмираты на постоянное место жительства. Повод для эмиграции очевиден. Артистом заинтересовались правоохранительные органы. По информации журналистов, представители международной компании помогают Моргенштерну собрать все необходимые документы для официального проживания в стране. Брат рэпера Макс Штерн рассказал, что Алишер уже распродал все имущество и бизнес в России. Решение уехать из страны, мол, окончательное и обжалованию не подлежит. Моргенштерну уже успел купить дом на берегу Персидского залива. Так что goodbye, Моргенштерн, goodbye. Нам без него будет прекрасно.